Мы спросили у чебоксарцев, какие значимые места в Чувашии, по их мнению, обязательны к посещению. Больше всего в нашем городе я люблю Вечный огонь и улицу Ивана Франко, где стоят старые сталинские дома. Там очень приятно ходить, вообще там атмосфера особая. То есть чувствуешь какую-то связь с историей, какое-то волшебство. В Марпасаде на заливе с дочкой были. Очень понравился памятник Екатерине. Очень красиво. Она основательница вот именно этого Марпасада, поэтому ей там памятник поставили. В Чебоксарах можно посмотреть. У нас тут есть музей Чапаева, тоже очень интересно. И очень много зон отдыха. Лакреевский лес, парки, набережные необыкновенные. Можно посмотреть Новочебоксарскую ГЭС, много санаториев.